Ученица Одинцовской школы номер 7 Виктория Кушнирева победила в областном конкурсе детских рисунков и сочинений «Помним». Он был приурочен к 80-й годовщине контрнаступления Советской армии в битве под Москвой. Поздравить юную художницу и вручить подарки приехали члены фракции «Единая Россия». Я представила вот эту работу. Мне бабушка рассказала про историю, как ее мама копала окопы под Москвой. И я решила нарисовать этот рисунок. Вика заняла первое место со своей работой «Мы победим». Шла к победе упорно, рисовала после школы по вечерам. У внучки много занятий, рассказывает бабушка. Ходит еще и на хореографию. Но она всегда находила время на рисунок. Мы с Викой поговорили, что она хочет нарисовать. Я ей показала медаль моей мамы. Вот посмотрели старые фотографии, потом она эскизом занялась. Сначала что-то так, что-то не так, потом начала рисовать. Для второклассницы это третий конкурс, в котором она приняла участие. Сохранить и передать память о героях Великой Отечественной войны – наш долг, говорят единороссы. И это главная цель конкурса «Помним». Ну, а с другой стороны, проведение таких конкурсов – это тоже такая хорошая задача по патриотическому воспитанию молодежи, в частности. И мы ее, естественно, поддерживаем и рады вручать награды, подарки детям, тем более к Новому году еще. Конкурс детских рисунков и сочинений «Помним» проводился в рамках партийного проекта «Единая Россия. Историческая память». Жюри рассмотрело более 7 тысяч работ учеников подмосковных школ. Ожидается, что в следующем году их будет еще больше. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».